Имбирный лимонад. Имбирный. Почти, да. Как на флаконе, скажем так. И все вы знаете имбирный лимонад. Пробовали когда-нибудь? Да, имбирный. А вот теперь скажите мне честно, вам нравится поострее или нет? Когда как? По-разному. Ну, чтобы чувствовалось, но... Давай, давайте сделать его острее, но и не острее. Да, окей, тогда мы сделаем. Нужно попробовать, найти для себя идеальный вариант. Чтобы потом, когда мы идем на кухню, сказать, вот, знаете, острый. Для этого мы используем домашний имбирный сироп, приготовим. Здесь тоже все очень просто, это просто очищенный имбирь, перебитый с сахаром. И лимонный сок. Чипсы, чипсы, нет, я пустила этот момент просто. Там кислые чипсы. Я повторите, пожалуйста, что там имбирь, лимонный сок и... И все, и через и чуть содовый. Угу. Нет, имбирь перебитый с сахарозой, лимонный сок и содовый. Сейчас вы попробуете, скажете, острый или нет, и мы всем вам сделаем чили лимонады с собой домой. Имбирь, такой товарищ. Пакетики? Вау! Давай, а у вас есть наклеечки «Искра», вот, чтобы прямо на пакетик? Нет. Мне кажется, на улице все закачается. Ну да, вот потому и наклейка была бы прям стоящей. Мы думаем название.